Стелил быстро и ровно. Студент Новосибирского архитектурно-строительного университета выиграл чемпионат по рабочим профессиям «Евроскиллз». 20-летний Виталий Подколзин выступал в составе национальной сборной России в компетенции «Укладка напольных покрытий». Турнир прошел в Австрии. За победу боролись также французы, немцы и итальянцы. Всего у нас было 5 модулей. Это укладка паркета, линолеума, ковролина, сварка линолеума и заливка основания. Заливка представляла собой щит 1 200 на 1 200 фанерный с рамкой. И по центру была такая импровизированная колонна. И эксперты договорились, что на эту колонну над ней нельзя нависать, заходить за рамку тоже нельзя. То есть в маленьком кусочке 1 20 на 1 20 нужно было залить смесь. Тренировался много, признается Виталий, причем не только в вузе. В свободное время парень подрабатывает отделочником. Он с детства мечтал о карьере строителя. Сначала окончил профильный колледж, потом поступил в университет. На соревнованиях студенту вручили сертификат «Европас», подтверждающий высокую квалификацию обладателя. Сегодня мастера и его наставников чествовали в правительстве региона. От имени нашего губернатора Андрея Александровича Травникова поздравляю вас с очень значимой победой. Победа — золотая медаль на Евроскиллз 2021 года. На самом деле это очень важное событие, это своего рода вклад в такую общую копилку победы сборной России на Евроскиллз. И, конечно, для нашего региона это очень значимая статусная награда.